Я имел честь себя служить, и сейчас горжусь тем, что уже совершенно уникальное подразделение выпил, это диверсионная разведка, полностью называется так. Разведка силовой поддержки управления С нелегальной разведки первого главного управления КГБ СССР. Так. Что это такое? Поддержка, это много чего. Сейчас я 8 лет назад истекло мои, даже больше, в 2000 году. Секретность. Что это такое? А мало говорили, потому что я скажу пару слов, потому что 19 августа исполнилось 30 лет. Я, к сожалению, не попал туда. Могу встретиться с друзьями, кто еще живой там у нас остался. Что это значит? От уничтожения президентов любой страны по приказу Родины до создания в этих же странах бандитского, бандитско-повстанческого, партизанского, подпольного движения и вывод нелегалов, которые погорели, на которых на след села местная контрразведка, доставка к берегам этого так гипотетического стороны противника, по воздуху пехом подводные, надводные значит, системы, 8 человек группа диверсионная, понимали четко, что это человек, который уходит там от погони, может быть ранний где-то, его информация стоит дороже наших вот бессмертных 8 душ, и поэтому все шли сознательные, если надо было его спасти, а самим лечь, вот так вот нас учили, так и жили. И кто жив остался до сих пор, живет именно так же сейчас. Так что вот, вот такая песня, посвящение моим боевым друзьям из Уимпела, которым исполнилось уже много лет, 30. Без речей молчаливо прощали, пусть удача поможет ему. Вот уходит мой друг на задание, было бы легче идти самому. Будет утро туманное, раннее, и грачиной сумятится стай. Вот уходит твой друг на задание, ты удачи ему пожелай. Пожелай ему точного выброса, строп надежность и верный расчет. Из трясины болотистой выбраться, если ветер туда занесет. Завершить, что задумано ранее, что на карты штабные легло. Вот уходит твой друг на задание, пожелай, чтоб ему повезло. И в сражениях незримых, невидимых, на фронтах необъявленных войн, свинец его минец стремительный, и победой закончится бой. Пусть вернется ветрами овеянный, закаленный в огне и в дыму. Друг надежный, товарищ проверенный, пожелай возвращения ему. А на завтра звонки телефонные поздней ночью подымут тебя. Помчится машина разгонная по проспектам, которые спят. Пусть судьбы не предскажешь заранее, с молчаливым пожатием рук другу скажешь ты сам: до свидания, до свидания, мы встретимся, друг. Пусть судьбы не предскажешь заранее, с молчаливым пожатием рук другу скажешь ты сам на прощание: до свидания, мы встретимся, друг. Хотел бы покончить с войной вообще, с комитетом госбезопасности, с МВД, налоговой полиции, со всеми силовыми организмами, перейти к тому, с чего я начал. Значит,